вывалил по всем каналам обиду. Кто так называется, тот так и обзывается. Почему Фургала некоторые девицы, которым звезды понавешали, Петренко, Волк, за что вы оскорбляете нашего уважаемого губернатора Фургала Сергея Ивановича? Фургал не виновен! Фургал не виновен! Фургал не виновен! Здравствуйте. Расскажите, почему вы решили сегодня выйти? Ну, потому что сегодня годовщина протеста, и я, как патриот своего города, мягко скажем, не смог уже усидеть в мастерской и дома, заниматься просто искусством. А как год назад я взял и вышел. Невозможно терпеть и быть кем-то очень тихим, смирным, послушным, то есть не собой. У нас город и край вольных людей, и мы не имеем права отсиживаться дома. Мы не имеем права не высказывать свое мнение. Поэтому я думаю, что гулять с плакатом в руках – это самое безопасное, что мы можем себе позволить. Особенно если во времена ковида, когда к нам могут докопаться по поводу численности и так далее, мы всегда можем в любой точке города выйти. И всегда можем сказать, и везде люди.